На экономическом факультете ЯРГУ состоялся финальный этап Олимпиады «Финатлон для старшеклассников». Ежегодная Всероссийская Олимпиада включает в себя вопросы по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Участники интеллектуального состязания прошли два этапа – онлайн-тестирование и финальный очный этап, который стартовал в одно время по всей стране. В аудиториях школьникам предстояло написать творческое эссе, а также решить ряд кейсов и задач. Сегодняшние современные старшеклассники – настоящие проводники финансовых знаний. Родителям зачастую недостаточно времени, а представители старшего поколения не всегда способны быстро сориентироваться в новых технологиях. Поэтому именно старшеклассники способны быстро принять эти знания, научиться использовать их в жизни и, как бы это ни парадоксально звучало, передать этот опыт своим родителям. Банк России на протяжении многих лет поддерживает Всероссийскую Олимпиаду по финансовой грамотности, и мы отмечаем, как год из года растет уровень финансовой грамотности школьников, а это именно та задача, которую решают организаторы Олимпиады. Участие в Олимпиаде – это прежде всего опыт, проба своих сил и интересные знакомства. Каждый участник приобретает знания, необходимые не только в профессии финансиста, но и в жизни, ведь мы живем в рыночной экономике и являемся потребителями товаров и услуг.